Йоло, гайс, с вами Денвер, и сегодня мы продолжаем играть в Payday 2, а именно снимать обзорчики и супербилды на Payday 2. Да, и мы продолжаем, и, собственно, я вам хочу показать новый билд, который я назвал Универсал. А именно, дробовик Рейнфелд 880, пистолет Дигл, медицинская сумка, костюм двойка, приклад. Я приклад всегда использую, это не так уж и принципиально, как бы вы можете просто свое что-нибудь завязать. Вот, и, ну, я юзаю приклад, можете, по сути, играть с прикладом, как и я. Вот, метательное оружие, коктейль Молотова, набор, все были задействованы. И перк Грайндер, конечно же, нападающий, самый лучший. Итак, давайте начнем с дробовика. Я поставил на него боеприпасы дробь, это... О, нет, бронебойная пуля, извиняюсь, это немаловажно, собственно, гаджет, я не ставил ничего. Так, я где-то что-то еще хотел поставить. А, и прицел на него, вот он, компактный голографический прицел. Пользуйтесь на здоровье, просто дробовик идет с действием на точности, скажем так, да, и этот дробовик просто... Точен как никогда в своей жизни. Так, дальше у нас идет пистолет Дигл с насадочкой. Нет, не с... А, да, с насадкой там есть, почему? Насадка есть, это оверкил, самая топовая. Так, а здесь у нас гаджет никакой и прицел. Прицел, который я хотел вам показать. Прицел у нас снайперский, по-моему, где он? Нет, не понял. Вот он, снайперский прицел. Ну вот, неплохой он, по сути, с собой, этот снайперский прицел-то, да? Вот, и что дальше у нас идет? Вот такие вот плюсики у нас. Скрытность, конечно, у нас 52, но ничего. Медицинская сумка. Это немаловажная деталь. По сути, вы можете заменить так же, как и аптечка первой помощи. Это как бы тоже не принципиально, но можете попробовать. Итак, я завязал все навыки, которые только есть здесь, всех пятерых, поэтому он называется универсал «Человек умелый». Ну что ж, собственно, манипулятор, эквилибриум, мы делаем удар на пистолеты с дробовиками, а именно на точность, там всякие бабочки на дробовики, и железный человек здесь, собственно, да, и устойчивость к оглушению. Вот у штурмовика это немаловажно, вот это вот комбо идет, потом идет у манипулятора вот эта вот штучка эквилибриум, техник, у него снайпер всего лишь, а, и решила все-таки сделать стальные нервы, поскольку реально спасает, получаемый урон снижен на 50%, если вы взаимодействуете с каким-либо предметом, это рил важно. Так, вордомушник, по сути, и скорость ходьбы увеличена там на сколько там, на 5? А, на 25%, окей. Здесь тоже нигеров, по сути. Поднятие лестницы, наверное. Подниматься по лестнице и нигеров убивать. А, и выноску на про качаем. Это все вроде бы. Конечно, можно еще было бы на призрак, но тут с глушаком. Как бы. Такое дело. Такое. Ну, вот все, что мы хотели. Вот, конечно, вот это вот, вы опережаете пистолет на 50% быстрее. Хотелось бы и это вкачать, но не хватает тут очков, навыков, конечно. Это прискорбно. Вот, задействовал я все. Можете попробовать, конечно же. Так, нападающий перк. Ну, все по сути. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в самой игре. Это, наверное, самый долгий билд, который я уже просто юзаю неделю. Да. Я к нему готовился к самое больше. Ну и что ж, давайте посмотрим, как это будет выглядеть в игре. Итак, что ж, оверкилл, у нас Биг Бэнг, погнали. Попробуем сейчас, собственно, поиграть. В какой раз, я уже не помню. Все время пати менялась просто, это, по-моему, четвертый раз, если я не ошибаюсь. Дубль номер 4, да. Итак, шалит. Итак, у нас куча новостей, и мне нужно побыстрее вам рассказать. Во-первых, у нас был эвент. Такс. Упали быстро, черти. Упали. Был эвент, собственно, который давал вот такую вот наклеечку интересную. Но кто не успел, сегодня был последний день. А, нет, вчера было 6, правильно же? Я говорю, правильно, конечно. Вот. И, собственно... Так. Харе. А, вы взломали, да? А, ну все, погнали туда. Так, я второй этаж, вы не первый. Все, мы погнали.
А, лол, у меня мышка зависла. Давай еще раз, again. Кто тыкает? О, есть. Быстренько мы нашли. Так. Надо же им написать, а то сейчас будет здесь. Итак, мы наконец-таки дошли до этого этапа. А то с прошлыми, скажем так, чувачками, которые играли со мной, этого мы до этого не достигли просто-напросто. Но сейчас уже все в порядке, как видите, да, мы дошли до этой степени, я не знаю, как будет дальше. Так, запустите временный замок. Let's go. Запускать временный замок. Так, собственно... Вот, ты знаешь код? Тихо. Так, дробовик. Тихо. Что бы хотел сказать по поводу дробовика? Дробовик у нас мощный, только начинает шалить почему-то. Стара, давай. Нажали, боже, нажали. Вы такие... Все какие-то... Этот... Прямо... Нет, просто у меня нужно бобить, потому что это третий раз мы уже... Четвертый даже, я уже сбился со счета просто-напросто. Ну да ладно! Ничего, каждый хочет поиграть. Почти. Так, вот. Убиваем всех. И насчет дробовика. Дробовик вот такой вот интересный у меня, да. В принципе, он неплох с собой, по сути. Да, он неплох с собой. Но, опять же, для снайперов каких-то элитных войск, если вы являетесь, не знаю, там, снайпером элитных войск, как я сказал ранее, то, по сути, это дробовик для вас, потому что точность, все, что я вкачал, точность у этого дробовика просто на максималках и боеприпасы. При том, что если с локомотива стрелять, взять, например, локомотив тот же, то это будет проблема. Так. Начинается. Давай, еще не попаду ни разу. Лол, я не попаду ни разу! Класс. The best. Фейспаун джаст, what the fuck? Супер дробовик, вот я так и думал, короче. Если же вы не умеете стрелять, то попросите. Почему он с первого выстрела не прилег? Я вообще просто поражаюсь с того момента. Ну да ладно. Супер дробовик, который просто... Он чмошный, я согласен, да. Он чмошный, вы мне даже можете ничего не говорить, да, он чмошный. Вы даже можете в этом не сомневаться. Но если вы снайпер, опять же, то этот дробовик для вас будет очень даже неплох. Собственно... Лол, ты чё? Умри ты. Это нормально вообще? Сейчас только что 3 дроби, по-моему, летело в тейзера, а ему просто все равно. Ну окей, играем. Допустим. Так вот. Такс. Бегаем как фуфло. Надо, наверное, куда-нибудь побежать. Такс. И вот этот дробовик, собственно, качан на такую точность жесткую. Это просто трэш. С локомотива просто стрельнешь вот сюда, вот то и попадет вот в противника, это просто за счастье, а с этого то стрельну, ну, блядь, он будет стрелять только в одну точку, ну, потому что я не знаю, зачем я его взял, зачем я его сделал именно так, но, видимо, захотелось таких острых ощущений, собственно, чтобы бомбило все, чтобы было, да, чтобы жопа подгорала, конечно, захотелось мне чуть такого ощущения, вот. С патронами у вас проблем не должно возникнуть, по сути, Desert Eagle, щитовики вы тоже. Валите на повал, конечно, проблема возникает уже с другими, такими как дозеры, всякие там тейзеры, потому что... Да, потому что с ними возникает большая проблема. Но зато проблема с щитовиками исчерпалась. Собственно, ай, сумочка. Сверху надо поубивать людей. Так, раз. Аккуратненько. Ага. Танцуем. Убили. Отлично, вот так вот спокойненько, мы всех просто порешали. Даже не волнуйтесь, просто спокойно играйте. Вот, у вас есть медицинская сумка, если что, но это потом вам надо ее юзать, конечно же, когда уже найдете то место, где вы будете проводить всю свою игру. А, все, так быстро, нифига себе. Ну, погнали. Вот. Мы играем Big Bang. Собственно, оверкил. Так, дядя тут. Ага, не попал, окей.
Вот, что я хотел, собственно, сказать. А, еще по поводу нового компьютера, то, что скоро... Ой, что скоро? То, что... Да, скоро мне вообще принесут все детали. Вот, но сегодня мне должны были... Я должен сегодня был забрать три детали, то есть карту памяти, блок питания и что-то еще. А что именно, я уже не помню, к сожалению. Ага, я не взял, что ли? Да, я не взял. Пойду возвращусь, возьму. Потому что... Это будет прискорбно. Такс. Ой-ой-ой. Ребята, еще попали. Вот. И я приехал, чтобы забрать эти детали. И как вы думаете, что? Да, там было закрыто. Отлично, я забрал. А, да, там было закрыто просто-напросто. И хорошо, что я был на машине, поэтому мне повезло. И мне не пришлось ехать на маршрутке обратно домой. И я был... Ну, мне просто чисто повезло. Да. Вот. И... Еще везут мне две детали, я не знаю, когда собираюсь вообще это сдавать, ой, собирать, потому что у меня вообще напряженная неделя, теперь начинается вообще у меня дохренище учебы, просто я теперь заваливаюсь учебниками, чтобы сдать эти чертовые экзамены. Ну, в принципе, я неплох в своем деле, да, я хочу вам сказать. Но все не зря идет, да, ладно бы я там еще пытался учиться и фуфлом был просто под ноль, ну, у меня, в принципе, неплохо получается, там оценочки крутые. Вот, ну, мы далеко ушли. Другой теме, не нужно совершенно. Сейчас, собственно, я смотрел. Ай. Сейчас проходит у нас в группе Эмин Студио конкурс, в который можете принять участие, и, собственно, вы получите любой DLC, который вы захотите. А, собственно, если вы захотите, то вы получите PD2, по-моему. Это, по-моему, мне говорил кто-то из администраторов, там... Ну, я точно не помню. Ну и вот, и ну, точно насчет DLC, точно это 100%. Так, от меня вы получите звездочку для никнейма на стриме, который начнется даже очень скоро, на неделю всего лишь. Не навсегда, конечно же, но на неделю. Вот, и что там дальше? И вы получите приглашение в группу Paydale Plans. Собственно, ну, принимать приглашение или нет, это уже ваше дело собственное. Вот. Что еще бы хотелось сказать? Конкурс не сложный, вы можете принять любой человек, вообще, кто угодно, чтобы принять участие, он не такой-то уж и сложный, а ты еще живой остался, классно. А, любой, вообще, просто любой желающий, лол, такие мансы, из этого ДВК вообще попасть ни в кого не могу. Угу. Тебе похрен, да? Никого не вижу, я сейчас убью, наконец-то. Так, и любой может принять участие. А, собственно, там картинка, и нужно угадать, что за картинка, для чего эта картинка, что она означает. Собственно, вот и все. Я просмотрел пару комментариев под ней. А, ну, и ответ принимаются, конечно же, только под постом. Собственно, да, такая реклама. Вот, и ответ принимается только под постом. И все. Конечно, приз маленький, ну и, собственно, конкурс ничего сложного не составляет. Просто пробейте фантазию, ответ не настолько уж и сложный. Просто у вас, кстати, не ограничено ответов. Неограниченное число ответов. Какой-то слайд-шоу начинается, я просто понять не могу, почему у меня комп так шалит. Ну ладно, осталось потерпеть уже совсем чуть, по сути, и все будет the best. Вы уж простите меня. Универсала придется выпустить с такими вот багами. Лагами-багами. И скоро уже все будет. Винтерса убить. Надо Винтерса убить. Вот, и... Уже еду в последней части, а то есть видеокарта. Ему только что прилетел ведро без головы, вообще похрен. Чуваку просто насрать, окей. Так, все отлично, да? Мне не едет процессор, видеокарта, и скоро будем играть, скоро. Просто будет the best. Кстати, мне подарили Mad Max, спасибо Бробиму, который подарил мне, собственно. Этот подарочек и будет очень круто. Я буду играть в Mad Max, да. Если он не пойдет, конечно, в новом компе. Не, он должен пойти по-любому. Вроде пока. Ну, без стрима. Не, у меня на старом компе будет как бы Mad Max, но я хочу со стримом. Это по-любому интереснее будет с публикой играть. В любом случае, наверное. Так, смотри. Вот. Чтобы еще такого интересного рассказать. Ну, по сути, вот наклеечка. Вот такая вот дается. Кстати, Эвент, да, был, я забыл рассказать вам. А, Эвенте, который проходил. А, мы не взяли пилу, да?
Я забыл насчет белой, лол. А, все, ну я так и думал, ну Хантер, да, красавчик. Я в нем никогда не сомневался. Вот, так что все отлично. Так, давай чини, что там долго осталось, нет? Нет, недолго осталось, окей. Что, зачем? А. Ты еще не убил, думаю, давно его уже прикончили, делал бы. Так, где он? Ага, вот, ого. Аккуратненько на кого пройдем так. Ой-ой, ничего сверху набьют, мне кажется. Мне там тейзер, мне страшно уходить мне сейчас. Причем их два, лол. Блин, убейте меня. Все, горите, ребята. Ай, лел. Такой вот тимплей, по сути, он даже неплох, в принципе, почему бы нет. Так, он там кто-то даже сгорел. А, один из этих сгорел. Это хорошо. Получи в рожу еще один. Так. Угу. Клокер тоже начинает сжечься. Поубиваем сейчас вокруг всех. А! Не хватило. Зачем я нажал перезарядку, лол? Но зато получил испытание, за которое мне ничего не дали, собственно. Все, ты убил, типа, или что? Это вообще-то мне интересно. Ой-ой-ой. 4. Все, ладно, бежим, окей, я понял тебя. Ой! В среднем 3 дроба. Что вообще здесь происходит, лол? Ай, блин, харе. А у меня кто-то регенит. А, это там я молота поставил, точно у меня регенит, по сути. Неплохо, неплохо. Так, побежали нахрен отсюда. Иначе мне сейчас лицо разобьют просто-напросто. Так, и все-таки да, я решил вкачать вот этот вот скилл, где мы можем бегать, собственно, бегать и стрелять. И не настолько он уж и плох, действительно. Я думал, он просто говно полное, но он не говно полное, так что... Так, все-таки позвонить. Пойду-ка я позвоню, наверное. Кто ж не догадается, а у нас... Даша, ты хочешь позвонишь, окей. Отлично. Так, а я вам все... А, куда я скидываю его? Нам вообще-то да. Ага, ладно, допустим. Сейчас поднимем. Угу, не поднимем. Нет, поднимем. Ну, красотка, да. Я так и думал. Так, вы потихонечку, наверное, несите, да? А мы здесь все разрулим. Отличненько. Наверное, кстати, сейчас запишу видео и пойду обнулять. А, не, у меня шорт не хватает, у кого я собрался там обнулять. Короче, могу обнулить. А, у него, наверное, перк, наверное, есть, который дает удвоение там. Или нет, или я просто ошибаюсь. Ладно, без разницы. Альтинюшки. В первую очередь надо деньги собрать. Сюда. Фига, что-то реально много. Может даже офшорки хватит? Нет, офшорки точно не хватит, 100%. Так. Кстати, нам повезло с таким вот спауном, он вроде как и неплохо для... Ну, потом неплохо по-своему вроде бы как. Сейчас мы золото, блядь, будем вытаскивать отсюда годами. Так. Ну, давайте перетаскивай там. Пока мы здесь занимаемся своими делами. Больше ничего нету, да? Надеюсь, нет. Давайте, наверное, деньги сначала перекинем, потому что золотом потом будем морочиться. Так. Но все-таки хороший скилл, вот это вот далекое бросание мешков, на самом-то деле. Блин, неплохое. Но мне нравится. Это вообще, это, по-моему, основа всех билдов. Это вот взаимодействие с мешками. Самое лучшее, если добыть только одну. Так, ладно, золото сейчас будем доносить сюда. И пересечь сейчас. Это золото таскать. Я попал в кого-то даже. У меня 3 гения с хп, ха-ха-ха.
Надо как-то собрать билд на убийство капитана Винтерса, серьезно. Это будет неплохо выглядеть, по-моему. Точнее, не убийство капитана, ну что ты стоишь там? Там, блядь... А, ладно. Так, ты возьмешь, да, эту сумку? Ты возьмешь эту сумку. Чувак, ты точно возьмешь эту сумку. Берите, добавим. Чего такого-то взаимодействия между вами нету? Почему у вас как-то раскиданы, как на мусорке какой-то, знаете? Так, главное докинуть. Главное докинуть. О, боже, я уже не могу дождаться нового ПК, потому что это будет новый микро, это будет круто. Это будет что-то с чем-то просто. Это будет топовый микро, это будет топовая ветка, это будет все топовое. Все the best. Еще FPS будет дохренище просто, ну что это такое? Ни хрена. Да? Ну вот всего система безопасности, это я понимаю. Ну, в каждом банке бы такое стояло, тут вообще было бы превосходно. Эй. Не надо так. Ага, тут дозе. Фейс, ну, по сути, три патрона неплохо, да. Ой-ой-ой, тейзер. Вот это вот не хорошо. Пантер, нужно поднять. То братишка упал. Так, подняли. Погнали дальше. Ой, тут золото, боже. Слишком много. Как он еще по роже мне не дал и не отнял там миллион. Миллион хп, 6 патронов, что? 6 патронов. Мда. Я сейчас вообще, я даже не заметил, как у меня патроны закончились силы. Да шапки повыдавать чуть-чуть. 6 патронов. И что это? Ой-ой-ой, а я походу сейчас умру. Да, по-любому. Мне патронов точно не хватит. Ну, как бы... 4 дроби. Тебя этого было недостаточно, так я понял, ладно. А, надо на спринтер играть, боже, он просто топовый спринтер. У меня, по сути, универсал по-своему тоже хорош. Вы можете... убивать. Вы можете просто убивать. Ай. Добить аптеку надо. Вот, держите, без аптека. А, здесь патроны, блин, что я... Патроны есть, лел. Еще я профукал этот момент. Все, the best. Умри. Ты тоже умрешь. А, нет. Я не хочу умирать. Там что-то хренище, сумок. Мы сейчас посрем. Разбил стекло. Теперь надо разбить дозера. А, лол, не разобью. Может, кто-то поможет мне его разбить? Лол, ты его просто в фейс настрелять надо было. Гвоздей ему. Что? Фак, я-то думал, почему я его так быстро спасаю. Лол, я никто не собирается поднимать, да? А я аптечку забрал. Лел. Ладно, бывает. Небольшой мисс от Денвера. Окей. Нет, сразу набьют. Что вы делаете? Последнее. Что-то последнее. Просто вот жиды вот такие вот играют, как бы со мной. И я не такой, как бы сказать, что я не жид. Я такой, чтобы жид. Чуть-чуть жид. Так, надо, наверное, закинуть. Потому что так будет безопаснее. Вот. Это будет во всяком случае безопаснее. Безопаснее. Надо поменьше так патронов, то я как-то расстреливаю их, а и как-то что мне пофиг, типа. На самом деле мне пофиг как-то. Когда потом кончается на дегре, это не очень-то уж и приятно для вас. Нужно следить за патронами, хоть у вас там и вкачан перк на то, чтобы враги стреляли в два раза там чуть больше патронов, но все равно этого недостаточно. Вас, блин, зажмут, и вы хрен куда выйдете. И поднимать-то, по сути, нечего. Нельзя будет просто поднимать, вы просто-напросто умрете.
Вот и все. Так что следить за патронами это тоже очень важно. Вот как я сейчас играл с диглом, вот так вот не нужно играть. Потому что я что-то... Просто я еще и заговорился, но вы это будете сконцентрированы, так что у вас все получится, я думаю. Это я просто фуфел такой. Ну и, собственно, я вам показал универсала. Он, по сути, неплох собой. Так же, как и там... Например, как там самый первый? Я уже забыл, как самый первого зовут. Ладно. Он, по сути, неплох собой, так что можете спокойно играть, принимать участие во всех конкурсах, во всем, в чем только что можно. Смотрите мои видосики, подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки. С вами был Денвер, всем пока!